беспилотная техника Skywalker. Ну, это обычный гражданский Inspire. Дальше покажу. Здесь тоже гражданские квадрокоптеры. Mavic. О, это фантомы. Вот дальше. Дальше у нас Фурия. Такой небольшой тактический разведывательный беспилотник. Часто его используют вооруженные силы Украины. Это Лелека. Максимальная дальность полета 100 км, скорость 120 км в час, высота полета 3600. Ну, тоже тактический беспилотник. Он получается чуть меньше российского Орлана. Вот промышленный квадрокоптер большой. Непонятно производство. Но вот на такие подвесы можно уже вешать и тепляк. Собственно говоря, ночник. Все это было брошено вооруженными силами Украины в Лисичанске. А, то есть эта техника, это трофеи исключительно из Лисичанска. Огромное количество. А вот и Александр Владимирович. Александр, как полет? Да, все отлично, все здорово. Александр Пушин, наш легендарный оператор беспилотников.